Здорово, друзья, это снова Боги Батлы. И мы с Олегом продолжаем наши побегушки. У нас карта пустыня. Стой, парень! Прости, я хотел... Стой! Ну, блюдок, там же 4 места еще, гнида! Да, 4 места, вот сволочь какая единоличная. Ах ты, Батла. Ты понимаешь, сучёныш, взял, уехал, забрал. Ах ты, Бориска. Что мне нравилось в третьем Battlefield и в четвертом, там транспорт так рисался вроде был, да? И да, тоже да. Он был на базах обычно. Был на базах, да. Мы с тобой садились и ехали куда нам было угодно. Мы даже не страдали ничем. Ох, какая пуша, ну давай попробуем. Бомбани. Сейчас. Я снайпер, кстати. О, зарядочка пошла, сейчас будет. Оптику взял. Я снайпер, да, у меня почему-то, ну, я, видимо, с прошлой игры еще остался. Ох, там бабишка вот. Нормально. Тут есть пулемет. Ай, блин, колючая проволока. Побежали в здание, посмотрим, что там у нас. Батя в здании. Пойдем посмотрим, что там в здании. Бинг-бинг-бинг. Так. Бинг-бинг-бинг, да. Вперед. Так, хорошо. Надо хоть одного кого-то убить. Пытаться. Да, не густо. Попитка-не-питка. Попитка-не-питка, убитка-уитка. Пошел-пошел, пишет нам в чате. Пошел-пошел. Сам пошел. Так, ну пока тишь да гладь, помеченных не вижу, на Q нажимаю. Благодать. Я тоже что-то пока никого не вижу. Они, короче говоря, на Б. Слушай, на там Б. Корабль, по-моему. Да? О, точно, корабль. Мачта корабля. Йо! Это мачта корабля. Так, где враги? Где-то что-то едет, по-моему. О, танк, это маленький танчик такой. Социальный запрос приказа, очень интересно. Пальму зарушили. Хотелось бы кого-то убить вообще в этой игре. Вообще кого-то убить? Вообще не помешало бы хоть кого-то убить. Я только на чувака нацелился, он меня убил. Только снайперку навелся, это пум, с меня и все. Вау-вау-вау-вау-вау. Тихо. Так, хорошо, давайте я выберу другой класс. Есть, рубанул с ножа одного. Или нет, или да? Да, нет, да, два убийства. Да или нет, или да? Да, убил. Он полз, короче, они там все ползали. Я его чпокнул быстро. Они все ползали, о. О, оживил, благодаркин. Благодарочкина. Кто оживил тебя? Чувак какой-то. Какой-то чел. Как так-то? 1%! Я чувака стрелял, у него 1%, мне показалось, сейчас жизни. То есть он меня убил с 1%. Да что ж такое-то? Издали. Вот когда не надо, взял штурмовика и началась вот эта дальняя перестрелка опять. Это да. Вообще не вовремя. А, вон чувак. Штурмовик вообще неплохой как класс, в принципе. Ну... Если на близком, то да, расстояние. А что-то вдали, вон чувак бегает. Не забывай помечать. Помечаю, но оно помечается, потом исчезает. То есть непонятно, как это работает. Ну да ладно. Так, кого взять? Кого мне взять? Сейчас я посмотрю. О, как так-то? Как поддержку. Они так хватит? Я же говорю, очень быстро. Просто ты не замечаешь ничего. Ты просто бамс и труп. А они бамс улыбаются над тобой. Улыбаются? Нет, над тобой улыбаются. Под обстрелом, дядя Женя, под обстрелом. Да. Под обстрелом дядя Женя. А как он через стену меня убил? Вот мне вот это интересно. Я не знаю. Mm-hmm. Возможно, читер. Ну, кстати, да, здесь часто же читеров-то возможно, гоняют. Возможно, просто нехороший человек. Просто редисочка. Просто редисочка. Ай, ну как так, сука, ну как? Сука, ты понимаешь, мудак, блядь, лежит, как крыса. Да. Вот я про это и говорю. Не успеваешь ты возродиться, он уже тебе с какого-то здания, там, с какого-то окна палит. Ты и даже квакнуть не успел. Нет, ничего не происходит. Ничего. Может быть, какую-нибудь пушку взять? Большую. Большую пушку? Большую. О, лошадь здесь есть. Такой... Да, лошадь может съесть. Боеприпасы. Это тебе. Боеприпасы, говорит, это тебе. Ну, спасибо. Ух ты. А что это произошло давай, сейчас? Он же там есть. Я как-то сквозь кусты пробежал. То есть сквозь здание. Да ну что ж такое-то, их куча мала какая-то. Ничего не могу, никого не убил. Все очень плохо, я что-то путаюсь. О, я пометил этого лежачего говнюка. А, да. Да, он помечен. Лежачий говнюк. Лежачий так, говнюк. Лежачий кратер говнюк. Кратер не образуется, забавно. Да, воронки. Да? Да, батлуху надо. Что надо? Реально почаще рубить. Так, я тебя вижу, но сейчас тебя, видимо, завалят на раз-два. Ой. Газ, кто тебя палит, газ. Кто палит? Газик. Газики. Кто не палит, тут газы, ёпты. Да где? Вон же палит, вон из окна, чувак. Вот мне я только за тобой побежал, меня сразу с окна убили, ну и все. С окна вальнули? Да, вон там ты пробежал, и прям сзади тебя вот, ну как спереди, получается, с окна. Где ты только-только пробежал. Есть, я его рубанул с ножа. Чё-то у меня не идет, чё-то у меня нож не идет. Нож-балабол адских бойцов. Это что, так называется? Да. Нож-балабол.
Давай вместе держаться. Давай, я что-то вот где-то соспаунился. Сейчас посмотрим, конечно. Как-то так, ну-ка. Давай, короче, это вместе держаться будем мы. Эй, брат, короче. Да давай, не отставай, брат. Так, нормально. Сейчас покажется. Песок. Вот это пальба. Вот это пальба. А, вон парень. Да скотобаза какая-то и все, ну. Быстро, просто сносится новый выстрел. А, снайпер, ну да, понятно. Да, дерьмо творится. И мой труп скатился по пескам. Снайпер, сука, лежит, никто его не трогает. Нет, никто не трогает, я ж тебе и говорю. Все бегут и занимаются мясом. Чертила, блядь, полосатая. Ну. О, бежит, бежит, сейчас сколько будет? Усатый полосатый. Отгадай загадку, кто это? Усатый полосатый? Усатый полосатый, да. А, я горю, блядь! Я горю! Даже лошадь загорелась, по-моему. Че за мясо? Я ничего понять не могу. Мясное это-то. Мясное Фаберже. Только появляюсь, сразу убиваюсь. Ну, капец. А, бегом нахер. Газ, ядрет твой компот. Как там эту маску одевать-то, я уже не помню. Я убил пятерых. А что я нажал, он у меня побежал как бешеный, орёт. Ой, это что такое было сейчас? Это штык-нож. Когда ты активируешь на F штык-нож, если у тебя нажание, допустим, или суперской лопаты, ты бежишь, получается, то есть сломя голову, чтобы... Как берсерк, типа, наподобие. Берсерк эффект. Понятно. Я думаю, что он мне орёт? И побежал сквозь всех. Может, тот заглючил. По-моему, сквозь стену даже побежал. Вон, я пометил, вон снайпер вцепил. Вижу, вижу. Ой, блин, ребят, а чего вы их не помечаете? Я что-то не понимаю. Я пометил, но что-то без толку, меня все равно снимают быстро. Нет, и все. Это, мы с тобой активно бегаем, а там же кто-то у нас закрысит. А вот, вот он меня только что и убил. Я даже ничего не успел сделать. Я что-то рачком как-то встал и в песок. Ладно. Рачком и в песок? Рачком в песок. А че? А. Тебя тоже порешили уже, да? Естественно, ребята у нас прокачанные здесь, ну, прохаванные, 30-й левел. 30-й левел. Да, там что-то какой-то лалочский. Так, надо какую-то технику взять, что мы с тобой... Нету техники, она вся занята. Видишь, в чём проблема? Не-не-не, я не хочу на респаун. Твою мать, я не хотел на респаун бежать километр. Сволочь. Ладно. Вот урод, а. Что вот гасится как мыши, просто как мыши гасится, вон, под за углами. Надо как-то кооперативно. Кооперативно надо. Ну, конечно. Передислокация, вас убил Панадоли, Панадили, 32 уровень, ну, неудивительно. До нас они даже не добегают, то есть нет. До наших точно вообще не парится. Сейчас я попробую на тебя заспауниться, конечно. Давай я ищу хоть что-то бегающее. Если ты жив вообще. А, ну ты покажи. А что толк, сейчас я рядом появлюсь, и мы сдохнем с тобой рядом. Сдохнем плечом к плечу. Давай. Да. Я сейчас орать буду. Надо попробовать тогда скооперироваться как-то. Я за тебя ору, со штыком бегу. Серьезно? Ну. А он один раз только работает, да, получается? Не-не-не-не-не. Или он должен отдыхать там как-то или что? А вон человек бежит, вон человек, вон, смотри, помеченный. Слева. Слева две. Он далеко же. Да. Уйди, да? Ну, а, все, уже. Слушай, порешили. Там мясо такое конкретное, смотрю. Че тут какой-то вообще... Ой, это ёкало бы, да. Вот это бисер. Хера, у меня динамит есть. Откуда? О, летит к нам снаряд! Ёп, ты жди! Ты видел? Видел, вон он дымится лежит, смотри. Как это круто было, а? Смотри, что делаю. Очень эффектно. Эффектно смотрится, да. Гасите, ублюдок. Вот козлы, а. На лошадь. А, меня кто-то гасит с двух сторон прям сразу. Смотри, слева, слева, слева смотри. Дойду. Вон слева, вон снайпера гасит. Пометьте, пометьте, пробуй. Кто порешил, я так и не понял. Кто-то вот... А, вон в кустах гасится, за деревом. Все понятно, ну понятно. Ох, крыса, а я... Они просто ползают, да, они просто ползают, короче, там. Лошадь бежит слева. Лошадь бежит... Лошадь бежит слева, блин, какая жесть, а. Вообще мясо просто. Ёпта. Я пометил еще одного снайпера. Сколько их там бежит, смотри. Да их там куча мала, я же говорю, я не успеваю даже. 88 уровень или что это у него? 88, это что? А-а-а, чё не загорелся, да? Чего? Мина растяжка? О, техника какая-то есть или что это? А, это не наша техника или наша? Своего начал с таким ножом, блин. Нормально. Давай. Чё это было? Я выстрелил из пушки, и меня завалили сразу за пушкой там. И мешки разлетелись в разные стороны. Ну, спасибо.
так-то, блядь. Ну как? Я же да 13% никак. Тебе оставил. Да вот так вот, видишь. Ну, как хотят, так и играют. Я не понимаю, как они так делают. Ничего хорошо. Не решиваешь сделать. Ничего. Может, оружие поменять? Подожди, может, реально оружку сменить? Я ни одного еще не убил. Ни одного человека. Жить бывает. Ни одного. Ствол свечения, штык. Да хер. Штык, блин. Пуля дура, штык молодец. Основное. Две. О, сейчас что-то купим, нормальненько так. Точно. Что ты там купишь? Сейчас что-нибудь, подожди, сейчас что-нибудь куплю. Она тебе поможет, нет? Во, покупка. Вот это я хочу. Окопное ружье куплю. Окопное. Окопаешься сам. У меня есть окопное ружье, да? Сам себя окопаешь, да, нормально будет, окопное ружье. Да где ты гасишься, сволочь поганая? Пеган, где ты гасишься опять? Они где-то гасятся за деревьями, как всегда. Черт. Слушай, петушков. Почему не помечает? Я не могу понять. Я вижу человека, нажимаю Q, не помечается. В чем прикол? Значит, ты видишь не того человека. Не того, ну как, это вражеский человек. Возможно, он немножко тебе друг. Он немножко мне друг, родственник. Нет, даже ты как ты думаешь. Бедный родственник. Мой бедный родственник, видимо. Так, ты еще жив или ты сдох? Нет, ты жив. Да я как бы, я буду с дробовиком. А, ты мертвый. А, ты с дробовиком. Ты что, деловой такой? Да, я хочу попробовать с дробовиком. Ясно. У него прекрасный урон, у него все хорошо. Во, сейчас вражеский разведчик. Ой, я его даже ранил, надо же. А, их там несколько. Енотик. Енотика? Какой енотик? Захватываешь врага? Я-то захватываю врага капец как, вот он. Так что ж такое-то, как так-то? Побей его, блядь, бей! Убил его, нет? Да кого меня убили уже? Я с котелком он упал. Мандражирую, на земле лежу. Чё за мясо? 4 заряда из дроби вплотную чувака не убило. Однако. Ладно, давай ещё раз. Да уж, ладно. Ладно, я тебя вижу, если что, прикрою. Мы теряем цель сорока. Сорок белобока, кашу варила. Благодарит нас. Этому дала. Этому дала, а этому не дала. Что, что, что ты там какие-то сказки рассказываешь? Ну да, сорока белобока. Мы же говорим, мы теряем цель сорока. Я говорю, там сорока белобок. Что ты, Женя, потерялся вообще? Да я фигли тут, у меня он мясо. На, сволочь, убил одного, наконец-то, козел вонючий. Что-то твой вик, по-моему, дерьмище. Ладно. Ну никак дерьмище. На близких хорош. На близких хорош. Я в контре любил с дробовиком бегать. Очень любил. Я помню. Никто меня не понимал, типа, нафиг ты с дробовиком бегаешь? Я говорю, как, ну это ж крутое оружие. Спас ты носился, я помню, как малышон. А, это да, спас я люблю. А, враги. Что вы делаете, зараза? О, автомат. Ты чё, урод, там спрятался за стеной? Ты чё, совсем гей, что ли? Только гей за стеной прячется. Наверное. Да, чувствую, что мы не туда зашли, куда надо было. Тут какие-то папы играют. Надо как-то разделять по новичкам хотя бы, чтобы... Ну, надо выбирать какой-то, да, с уровнями, видимо, как-то... Да как они через стены видят-то, я понять не могу. Я еще не выбежал, он меня уже видит откуда-то. Что это было? Это отличный солдат. Ага. Вон в чате написано «Мать твою» там и так далее. А у меня чата нет. Ну, у меня только мгновенно появился чат и исчез. Это, видимо, так надо. Че, говнари? О, хера? Да ладно, вы что делаете? Да ладно, три удара с дроби убивает его! Не убивает! Так, это может быть. Как не убивает? Терминатор, что ли, все? Хера мясо, Жень, тут вообще Содом нахуй. Че за мясо происходит? Миномет с подрывом в воздухе. Не хочешь меня убил? Есть, убил одного. Заколебали вы пачками здесь лазить. Жень, бери просто шестистволочку. Да, шестистволочка моя. Моя ты телочка. Шестистволочка. Даже стопять. Ну. Очень, очень, очень плохо. Всем. Кто здесь лежит? Захват у нас, очки захвата пошли. Ну давайте, захватим кого. О, вижу, мудила. Захват на 200, захват 500. Fuck you, Кэмпа Пусси написали. Кэмпа Пусси? Кэмпа Пусси, fuck you, Кэмпа Пусси. О, вижу, мудилу. Поворачивай, нафиг, сволочь.
Свиньи поганые. Слов больше нет. И нет больше слов. Мама, я снайпер. Мама, я в Ютубе, да? Мама, я в Ютубе, мама, я снайпер, но... И блять. Нет больше слов. Меня подорвало вообще где-то в жопе мира лежащая минометная снарядка. Да, там вот смотри, там техника есть справа, получается. Кто-то на джипе там. Вот на джипе нет, он отстреливает всех. Доступен. Ну как? Нет, чей? Вражеский джип. Не могу на него. А, вижу. Я вот не знаю, враг, не враг. Друг, не друг. Да все враги кругом, ёпта. Ну как, что значит все враги вокруг? Меня кто-то бомбит, я понять не могу, кто. А, там еще одна техника. Слушай, танк или что это? Слушай, попробуйте динамит кого-то бахнуть. Меня зарезали, по-моему. Да ладно. Да вроде бы кто-то сзади подбежал каким-то образом и пырнул меня просто. Я даже не успел ничего сделать, как обычно. Ой, мама. Тут бомбит все. Нормально, Санечек, нормально. Ну, как сказать нормально? Ну так, в меру. Но сегодня ты не раскатал, как я сегодня, нет, я сегодня никого не сделал. Вообще, трех убил, может, четверых максимум. Но что-то как-то не было. О, здравствуйте. Ну, я прям на гранату набежал. А, так у них все снайперы. Слушай, у них там человек 5, наверное, сидят по углам, по-разному. И все. На, сука! Зарезал ублюдка, блядь. Да. И меня срезали. Надо гранаты, наверное, как-то кидать вовремя. У них какие-то тройные гранаты еще осколочные, интересные. Тройные гранаты? Как трехслоечка, что ли? Ну, тройные, как они там, как гроздь такая, знаешь, бросает гроздь и побежал. А, противотанковые. Ну вот, он бросает в меня ее. Я что, танк, что ли? Я возьму окопный. Я что, танк, что ли, по его, или как там? А, я не знаю, типа мощная, наверное, разорвет человека так-так. Ну, если танк разрывает, то уж, наверное, да. Всрань тартар. Да как же так-то? Я не успеваю появиться. Человек как-то через стену убивает. Или что он делает? Через мортиру какую-то стреляет. Тяжелый пулемет. С тяжелого пулемета с одного выстрела так бывает? Может быть. Да. И что? А. 1000 очков до выигрыша. Угу. Значит, надо захватывать территории. Ибо не нафиг, да? На, сука! Вот это хорошо было. Надо захватывать территории, я так понимаю, да? Все-таки. Желательно. Стабилизация. О, отлично, рубанули, как свинью. Ой, опасно. Слишком много людей. Ваня, грен. Где люди? Да что ж такое-то, ну? Ну так нечестно. Ну как нечестно? Блин, все. Да все просто в куче, в одном здании сидят и все. И эти танковые свои эти бросают. Там кто-то орет истерически, я вообще не понимаю, что происходит. Вот я и говорю, бесполезно. Ай, тут дышать нельзя. Где дышать нельзя? Выдохни. Там дышать нельзя. Жить, там нереально не дышать. Ну там надо, короче, маску надеть. Маску одеть надо. Там дышать нельзя. Не дыши. Убейся, сука. А, отлично, засчитано. Что ж вы такие дерзкие-то? Они отовсюду видят. Представляешь, они видят отовсюду. Я зашел в дом, и там дышать нельзя. Там газовая атака была. Я просто противогаз надел. Там дышать нельзя. Вылечен игроком Рафи. Там реально дышать нельзя. Все, дом развалили, где я прятался за окном. Вообще снесли в хлам. Да. Ищи другое убежище. Ищи другое убежище, где дышать нельзя, да? О, все. Реально было бомбалейло. А, минрастяжка зажигающая. Все, понял. Я сгорел, просто обуглился. Ты просто сгорел? Да просто обуглился и все. Обуглен на углях. Дядя Женя на углях. Дядя Женя на углях. Дядя Женя на углях. У меня машина какая-то сняла. Сняла. Меня убил. На, сволочь, только он лег туда. Представляешь, чувак лег, я его сразу же снял. Молодец. Что уж ты молодец, я не спорю. Я вообще просто царь. Так, Жень, давай все, давай вместе копчики. Давай, я тут гашусь по углам. Мы теряем цель, сорока. Что-то как-то не особо. Ну как, я снайпер. Мне в близкую-то не особо удастся что сделать пока что. Вот если я штурмовика выберу в следующий раз, вот тогда будет польза. А где? А вот они у Соловья. А вот они... На, сволочь. Что там за песенки у тебя? Тут война. Впрочем, для здоровья, да, полезных холода. А впрочем, для здоровья, полезных холода. Все, отлично, да ёкалы мне. Как же их много, они как рейдены какие-то бегают. У них шапки, как у рейденов, ну. Боги грома. На каком мне месте хоть? 13, 17 раз сдох, 13 убил. Красавчик, хоть что-то. Вражеский бронепоезд в пути. Да, сейчас приедет бронепоезд.
Да, ну мы с тобой недалеко, короче. Бросить что, растяжку бросить? Чё, куда? Чё бросить куда? Я не знаю, я начинаю... Какие-то лошади скачут. Чё вы тут вытворяете опять? Как он так быстро убежал? Я даже не успел его заметить. Нормально же, это обычно. Вот собака-то какая. На лошади он скачет. Я тебе поскачу сейчас. Полагаюсь, конечно, тут особо не побегаешь. Где ты, чмырь? О, вражеский бронепоезд прибыл. Да, бомби его. Бомби его. Ага, чем? Штык-ножом. Штык-ножом добежать до него. Ткнуть. А вот они, условия. Так, хорошо. Я заберу твой автомат. Kill Train Fest нам пишет. А где поезд? А, вон бронепоезд. Давай-ка я на тебя тпшнусь, и мы пойдем с тобой валить бронепоезд. Давай. Если получится, конечно. Вот сейчас опять кто-нибудь убежит в одну сторону, и все, и конец же придет. Конец будет. Конец будет близко. 949, а что 950? Сейчас мы побеждаем, он говорит нам. Он заявляет, он утверждает. А, боже. Сейчас тебя оживят. О, дарю. Да, ну что такое? Кто оживился, кто сдох? Да кто его знает? Кто оживился, кто сдох? Я не знаю. Это беспредел какой-то, ну, сука. Самооживление какое-то, давай. Беспредельщики. Еще пару очков и красавчиком будешь. Пару очков и красавчиком буду? Будешь. Женя, а как же покататься вместе на машине? Где машины? Ни одной машины нет, все заняты. На машине покататься. Покатались на машине, называется. Ты возле огнеметчика прыгнул? Я... Ну как? Практически. Фактически. Фактически или теоретически? Давай, давай, дядя огнеметчик. Это тебе. Кому? А, о. Ух, там бакханалия. Козлы вонючие. Я двоих снял сразу с пулемета. Кто-то же. Двоих убил? Сычи. Бездарные. Ну. Есть. Практически. Газы? Я чеха убил. Еще одного убил. Я возил какого-то чеха. А я что-то такой, знаешь, стою себе спокойно, смотрю, стреляю. Ну, расскажи мне, Жень, ты затащил, ты почувствовал. Ну, сейчас посмотрим, таблицу покажешь, сейчас узнаем. Я просто не смотрел на очки. Я вживался в роль солдата арабской армии, да? 24 минуты, я красавчик. Да, турецкая, это же не арабская. Да-да-да, потому что там вначале были как бы в арабской ходили. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, и чё, где, ох, куда? Ох ты, Virtus Pro, ты смотри у нас тут. Virtus Pro. Донбасс, что-то там. Донбасс. И в Милон. А где результаты? О, так мы с тобой недалеко, через одно место. Ты на 26-м, я на 28-м. Нормально. Да? Так я, по-моему, больше тебя убил вроде. Ну, я 7 убил, ты 16, я 7. Ну, нормально. Пойдем. То есть и разница в место одно, да? Да. Листория убил 6, умер 18 раз, но у него очков больше. Видимо, за захват дают больше всего. Ну, и за хилки. Ну, или за хилки, да, опять же. Какие-нибудь там штыки. Захватывайте, удерживайте. О, хотя бы карта поменялась. Да, ну здесь серию-то можно закончить уже, я думаю. Первую. Так мы, давай еще пару минут, что мы разыграем. Так она 24 минуты уже была, получается. Давай еще немножко. Давай еще немножко, давай. Следующий раунд, давай. О, самолет, полетели. Сейчас я на тебя тпшнусь, коль самолет. Несчастный только не падай, только не падай. Я на тебя сейчас тпшусь, только не падай. А, уже ты сдох, все, ты упал. А, блин, все понятно с вами, короче. Ни на один самолет я не успел. Жень, ты просто не успел. Я везучий, да, по жизни. Я не успел ни на один самолет. Я как лалка какая-то, упал и все. О, я помню эту карту прикольную. Это какая-то прикольная карта, что-то она не попадалась она была, совсем. Сюжетка была, да. А, в сюжетке я не знаю, о, я не смотрел мотоцикл, пока. Мотоцикл или что это? Да, колясочник. Давай сейчас я к тебе сяду на колясочника. Как же чувак меня снял так легко? А, он снайпер. Мы захватили цель Аист. Тут Италия, по-моему, да. Это Италия? Вроде бы да. Ну такие в Италии не были, поэтому ничего не знаем. Ты в коляске? Да, в коляске. Прыгай в коляску. Какой ты веселый. Чё ты головой в землю копаешь? Землерой, что ли? Подожди, подожди. У нас проблема технического характера. Технический, неисправность какая-то, да. Вон самолет вражеский летит. Я даже не могу его зацепить никоим образом. Сейчас зацепишь. Технические проблемы у нас. Неполадки технические, простите. Все, поехали, поехали воевать. А, вот. Вот по нам стреляй, стреляй. Где? Пока не вижу. Это туман херовенький. Туман очень классен. Нифига ты разогнался, какой-то дырчик, а? Вали. Это наш. Вали. Или ты ему сказал, отойди с дороги, типа, вали. Какие-то танки едут, еще и гусенички. Оп-то, тихо, 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 бичи. Что за басота?
Тихо, бичи. Сейчас мы в коттедж Луиджи. Давай приедем. В точку Е, прям в коттедж Луиджи. О, сзади кто-то гасит нас. Гаси сзади. Я не могу сзади, у меня такой не такой большой разворот. Я не такой большой ствол, да? Ешка сейчас, давайте нормально. Ешка, сейчас в колючку прям. Не, смотри, ловко. О, чувак сидит, там чувак сидел. Лично первый готов. Блин, я в тележке уехал, короче. Какой-то. Ну, в коляске остался. Давай еще, бросай. Мы захватили цель. Придурок, бля. Мы захватили цель, сорока. Что-то как-то не особо он там радуется этому. А чему радоваться? Ну, не захватили. Не, ну мы туда долетели туда все-таки. Так, а есть какая-нибудь техника еще? Да. Танков нет, все позабирали. Воображение нашим техникой. Воображение нашим есть техника. Это не очень хорошо. Да, Silent Hill прям прикольно. Ну, действительно. Туман, сиреневый туман. Почему нельзя поливать нормальную погоду? Что за импульс? Ребят, если вы договоритесь, воюем только в хорошую солнечную погоду. Да. Надо было такой документ составить. Воюем только, да, действительно, когда будет светло. Но я думаю, что Сталин, наверное, бы тупо дожди все время делал. Вызывал бы. Шаманил бы там, ну, трубкой своей. Сиреневый туман, ветер северный. Да. А, это две песни я скрестил, получается, да? Сиреневый туман, ветер северный, ну да. Не, нормально гармонирует. Давай, жить, давай. Песни потом обнаружен попоем. Набор часового. Что значит набор часового? Набор часового, это что у нас? Набор часового. Бронежилет да винтовка, что еще? Ой, там много ублюдков. Так, точка Е, точка Д, давай, какие-то давай, врата. Давай, точку кто захватывает? Валите, сукиных детей! Че, ёбу дали, что ли, мы твои? Ой, горе какое! Ёкал-кал-кал-кал-кал-кал. Я пошел точку захватывать, пока вы там что-то занимаетесь непонятно чем. Я уже здесь. А, убежище гасится. Сука, да. Газовая граната убил. Да что ж такое? Ты что, бронированный что ли, парень? Я в него столько раз попал, ему ничего не случилось. Да что ж такое-то? Че, реаль? Да вообще какая-то жесть какая-то. И что толку? Может, ты плохо там есть бронированный, ребят? Я заработал 90 облигаций найма, как займа государственного. Да, о. Хорошо. Так, ой, самолетик прям протарил. Я вам точку отвоевал. Чего ты сделал? Точку отвоевал вам, букву Д. Воюй за точку. Воюй за точку. Надо повоевать нормально. Так, ну хорошо, я точку Д-то завоевал вам все-таки. Ты пробуй, ты главное пытайся, а там да уже я уже спытался уже. Да, точку Д я же вам затвоевал. Вот, пожалуйста, забирайте теперь ее. Сейчас мы Дэху захватим. Вот патроны, держи. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот кем сын, ублюдок. Залепетали, да что ж такое-то, ну как-то так-то. Бан Форевер меня убил. Как ты, сука, так умеешь, да? Да, они умеют. Нифига. Они очень умеют. Ты не подозреваешь, как они умеют. Там бомбило. Вообще, это страшно. Да сдохни ты, братка! Сука. Да ну как так-то? Чё ж так их много? Меня кто-то постоянно оживляет. Я куда-то ползу постоянно. Ползу кого-то убить. Замечательно. Медик, снимай, Рафи, давай. Рафик, молодец. Рафик. Чего? Рафик, подними меня, пожалуйста. Рафик, подними. А, Рафик меня все время оживляет, да. Рафик пытался поднять меня, но не смог. Он старался, он пытался. Ой. Не вышло. Только гранату бросил. Ну что за ядрет твой налево? Есть. Шварцербауэр какой-то. Тебя что, убили уже? Да, подними меня, Жень. Будь медик. О, меня зарезали сзади. Я не успел. Меня топориком каким-то. А, киркой меня зарубили, представляешь? Кирочкой зарубили. Просто как какой-то кусок мяса. Надо менять класс на медика. Буду хилить. Будешь медиком? Вижу. Целый наш отряд. Будь или не будь, сделай же что-нибудь. Хочешь медиком будь. Хочешь, будь не медиком. Хочешь, будь кем-нибудь. Маску. Давай, сука, вылазь. Вот им граната! Вот ты урод-то с пулеметом. Максим. С Максимом меня завалили. Представляешь? А? О, меня оживил кто-то. Спасибо. Я тебя оживил. О, есть. Убили. Тихо. Меня горит от этого. Бомбит уже? Пукан бомбит. Бомбит, конечно. Конечно, бомбит. Ты же можешь дробовик взять, реально? Да кидай ты уже гранату, что ты смотришь на него? Че ты?
Я в кнопках запутался. Увеличение полуторку давай поставим. Какой медик? Посыпной или как это? Какой медик? Какой посыпной, ты сказал? Медик посыпной? Достаточно облигаций. Вы что, ёбу дали? Я тоже облигации купил. Ой, ты можешь открывать оружие из облигаций. А как делать это? Ну-ка. Нам надо настройки нажать. А, только это как в этом было, да, получается? Основное. Ладно, давайте посмотрим. Так. Бенни штурмовик. А, недостаточно облигаций. Что-то дорого стоит. Бенни штурмовик. Бенни штурмовик. Какой-то еврейский штурмовичок. Так и Бенни штурмовик. Бенни штурмовик. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ты на чем? Я пока не на чем. Блин. Вау. Что-то жестоко. Это так, очень жестоко. В танк, наверное. В танке безопаснее. Залезь-ка в танк. А ты в танке уже сидишь, да? Да. Каким образом? У меня огнемет. О, здравствуйте. А, блин, окопный. Как же они так быстро валят-то? Ну, ну это несерьезно. У него Винни-Пух нарисован, смотри, на танке. У него Вонни. Вонни-Пух прям. О, тут есть такая коляска, давай, Жень, в коляску. Прыгать опять в коляску надо, сейчас хорошо попробую. Так, где коляска? Ты в коляске? Да, в коляске. Попробуем, давай. Нет, я почему-то в здании оказался. А, все правильно, да. Газ, газ. Давите гребаный газ. Ты кашляешь, но едешь. Врача? Все, приехали, видимо, по техническим причинам. Не, нормально. По техническим причинам мы, видимо, приехали, да, уже, я так понял? Да, придется так. Так, масочка пухнем. Масочка не нужна. Так, давай на точку Б, смотри, там точка Б вот сверху. Да, давай, 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 70 метров. Сколько? 70 вроде было. Башня Сан-Роко. Да, меня сзади кто-то снял мгновенно. А, там гасится снайпер, все понятно, все. Все ясненько, все понятненько, меня оживили, но... Ты оживил, да, меня? Нет. Рафик, значит. Рафик. Значит, Рафик, да. Рафик, молодец, Рафик. Да ладно, блядь, да что ж такое, да, а? Ну что, вообще просто, вот тот же чувак Рафик, из этого молодец, же этого. Рафик, ты очков поднимешь до хера. Да. Тот же чувак все из той же этого, из блиндажа палит, представляешь? Тот же чел, тот же, просто тот же. Передислокация. Хорошо, давайте посмотрим. Это пипец, а? Да это вообще какое-то мясо, ничего не понятно, что происходит. Рафик, не успеваешь. Молодец, поднял, ой, блин. Чёрт, так. Да. Ладно. Немец убил или кто это? Не немец. Меня убили с какого-то маленького какого-то передоза. Какого передоза? Каким образом у тебя с передоза? А, передоз. Подожди, а как дислокация автоматически не происходит? Почему? Надо выбирать точки. А, все равно, надо вручную выбирать, да? То я думал, может, как-то можно это... Может, пулемет? Я попробую пулемет взять. Не знаю, что из этого получится. Хорошая ли идея? Захват. 500 очков дали. Баклан захватили. Захватили. Она так это... А у меня мужик говорит, мы захватили цель, баклан. Убил чувак с револьвера маленького. Я начал гасить его с пулемета, он убил меня с револьвера. Да, 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 да. Я тоже так же стрелял. Ничего не происходит. Ничего. Как бы ты ни старался, не происходит ничего. Хорошего, ничего нормального. Да, одна только каска от меня осталась. Рафик, Рафик оживляет по красоте, просто. Да жесть какая-то, у меня что-то вообще все плохо очень. Все, я вообще окочурился. Я в конец окочурился, просто вот, просто в конец. Так, а ты где? А вот ты где? Да вот пытаюсь, тут даже танки подъехали уже. А что толку? Мы на танке вообще сесть даже не можем с тобой. Не можем, однотипный там. Нет, нет, к сожалению. Ну, занимают заранее каким-то образом, ребята. Так, чё бежим, мы... бежим. Я так понимаю, что надо до Д добраться. Мы как какое-то мясо, бежим все в кучу. Опять, и нас да, сейчас тактичный. Расстреляют. Очень тактично играем. Тактика просто зашкаливающая у нас, да? Они что, бункер закрыли? Ну, видимо. Да ладно. Там проникнуть туда нельзя пока. Надо попробовать. Попробую. В бункер залезть, что ли? Давай, давай, захвати уже, захвати. Точки, ребята, точки, точки. Там все, 500 очков. Дрозд. Есть, захватили есть, точку. Захватили цель, а как в бункер сесть? А, нельзя, да? Они закрывают его, получается. Все-таки, все-таки они его закрывают, да? Рафик, Рафик реально поднимет больше всех. Рафик вообще шикарно поднимает, Рафик просто. Рафик на месте, не хочешь? А, поднял. Ну понятно, я же говорю. О. Пулемет Матсон легкий.
Мацан легкий, легкий Мацан Мацан. Сделай мне легкий Мацан Мацан. Короче, Жень, давай в самолет. А есть самолет? Есть даже танк. Так и есть самолет. Ого, вот этот чел пролетел. Нет, тут, наверное, два места может быть. На самолете-то? Или в танке? Сел? Нет, я еще живой пока. Я еще не помер. Пока еще. Слушай, там что горит? На самолет упал большой какой-то, да? На горе огонь. Черт его знает. Просто прикольно смотрится так. Так, точка так, Е. Так, нас пока трое, отлично. Едем. Ну, пока, слушай, так неплохо. Хера там что творят. О, вижу. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Сука. На артиллерийский грузовик. Вот ты здоров. Задница-то, а? Это ты на мотоцикле едешь или нет? Нет. Не ты. Казалось, значит, ладно. Нет. Я что-то где-то вообще во вражеском этом месте ты нахожусь. Ты главное Е захвати, а там дело... Я бегу уже Е захвату, сейчас я захвачу вам Е. Я вальнули, по-моему. Ну да, я только на Е добежал, меня сразу вальнули. Ну как, да, двое сзади. Хорошо. Вы 0, враг 2. Спасибо. Слушай, самолет обстреливают просто. Ты на самолете? Нет, не самолет. Блин, нет самолета. И как же выкрулить-то его, а? Как выкрулить? Это самолет? Ждать, наверное, чтобы там что-то было. Нет, это очень плохо. Очень плохо. Хоть бы один самолет дали, как свиньи какие-то. Ты на точке С? Нет, на точке. Нет, тебе я вообще нету. А где ты бегаешь? А, вот ты. Зеленым показано. Как... Не, я помню, просто трое показаны зеленым, поэтому я вижу, что определить сложно. Ты меня вынес, тварь, мать твою! Ты меня убил! Я ж тебя гасил! Да что ж такое-то? Блядь, слушай, а? Было написано, что он ранен, а у него здоровье 100. Как такое может быть? Откуда он убил? Как он это... Я не знаю, я вообще поражаюсь, блядь, в этой игре. Я тоже. Вот что-то с такого в третьего не было. Новичок? Нереально, нет, новичку нет. Здесь я смотрю. В третьей батле такого не было. Проблем вообще не было с этим. Твою мать. В третьей не было такого. Это точно. У нас еще оружие дешманское. Ну а что значит? Надо как-то же баланс сделать, потому что дешманское, не дешманское. А то, получается, что, то, что ты купил, только молодец будешь. Так, мистер Евгений 94 бежит в машину. Я тоже бегу в машину. Давай. Мистер Евгений 94. Так, как там маска у нас снимается? Я уже не помню. R, по-моему. Но... Нормальненько так. R, газ, маска. И чё? И чё? Как оно управляется? Что? О, как сесть-то за оружие, твою мать? Чел, как это работает, дерьмо? Где ты есть-то вообще? Знаю, зашел в машину. Вас оживил Рафик. Рафик, что-то как Рафик, меня преследует, что ли, или что? А, ты на машинке? Или ты сдох уже? Ты будешь стрелять, твою мать? Тебя нет на машине. Машина стоит, и тебя нет. Или ты сидишь в машине, я понять не могу. Все, да. Тебя взорвали, я вижу, да. Таких пиздецов в бэтле я еще не видел, конечно. Что-то трэш какой-то, я не понимаю, что чел происходит вообще. Чел сел в тачку и стоял на месте, все, никуда не двигался. Замечательно, он просто отстреливался, видимо. Ничего не делал, я стрелял. Гениально. А он не ехал, да? Ай, боже, не ехал, стоял на месте. Я где-то в бункере оказался. Ну да, я сейчас сзади тебя окажусь. У врага преимущество. Врага преимущество, да. Еще бы, а вы думали... Штыковая атака. Так, ты наверх пошел. Я попробую сзади прикрыть, если что. Так, это точка наша, да, Бэшечка? Бэшка наша. Цешку надо, вот 110 метров, 107 метров. Бэшка, Бэшка. Бэшка, сленг батлушный, конечно, добавит, да? Ну, Бэшка, Цешка. Вон, смотри, галерея сирен есть. Цешка, она не захвачена еще пока. Что, сучон, что у тебя там за оружие? Что за у тебя там оружие, сынок? Сынок. Сынок, ты чё, дурак? Сынок, ты чё? Так, и да чего? Бля, только-только целишься в сучару какую-то. Галерея сирен, она вообще где? В бункере находится, под землей получается, да? Потому что 10 метров назад мне показывают, что я не туда пришел. Может, гранатой куда-то отхерачило вообще. Рафик тем временем на пятом месте. А, я все понял, это бункер, да, это правда бункер. Женька, ты только двоих убил. Я, да, я вообще играть не умею, фигли. И не сложно как-то реально. Да я что-то не могу привыкнуть все никак к этой ерунде. Такое ощущение, что как-то совсем извращенно. Рафик только, знай, бегает, мне аптечки бросает. Да, так в этом и суть его. Рафик это? Рафик. Ай, ёп. Боже. Рафик, хиль. Хиль, Рафик. Рафик, хиль. Рафик, хиль. Рафик, хиль. Рафик, хиль. Хорошо. Поняли.
Кто там стреляет? Кого-то убили. Ой, блин. Давай еще 5 минут, и можно будет закрепчить. Да. Я не могу, я только вышел с разгона. А, это свой. Это не игра. Это не игра, это не порядок. Это так не делается. Это неправильно как-то. Ты не успеешь зайти, тебя сразу бац и все. Ой, это ты. Ой, Рафик, извини. Сорян, испугался. Я шичканул. Где вы все делись? Да здесь мы на точку Е бежим. А кто на пузе? Кто на пузе? Рафик? Рафик хиль на пузе. Не, Рафик, я на лету в танце лез, нормально? Да. Ну ты же этот, рейнджер. Ага, рейнджер итальянский. Итальянский рейнджер. Да ну что такое-то, откуда они берутся сзади-то? А, это с меня с грузовика каким-то образом пырнули. А как, подожди, как с грузовика, если я сзади вообще бегу? Чё-то больновато пробьёт. Ну? Ой-ой-ой, бегом, бегом. А как эти... О, есть, цель потеряна. Цель в потеряна, это как? У меня написалось сверху цель в потеряна, это как? В потеряна. Да, цель в потеряна. Я и не понял, что это, что значит цель в потеряна. Я что сделал? Не то, что цель вы потеряли? Наверное, был на цели, потом в ней оказался внутрь, залез. О, красавчик, ПТ-ружье. Меня с ПТ-ружья сняли, с большого такого. Это пук, вот так делает, которое. Это Саурон. А, ПТ-ружье? И чего? Я не знаю, тут такой трэш, блядь. Я еще загорелся, сука! Ты не успеваешь сориентироваться просто-напросто, и все, да? То есть до такой степени... Танка вырубили. Просто сгорел? По черноте. А, тебя с танка рванули. Тяжелый танк АВ-7. А7В. Ах ты сволочь-то какая, а. Удобно. Я загорелся опять. Давай тоже. Давай еще один бой. Вместе давай, встретимся давай, и все, давай. Потому что я не могу это много удержать. Это невозможно. Это просто боль. Это боль для так. глаз. Где вот тут давай на С? Урод, а. Подавитель. Мы ой. Раньше как-то бегали с тобой вдвоем. Да, 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 но что-то я на тебя тпшусь, мы бежим вдвоем, и в итоге кого-то убивает, и потом опять начинаем бегать. Вот видишь, Рафик все время на мне. А Рафик у меня тоже спаунится, я сейчас, да, оживаю. Так, где вы есть там? Сейчас я на тебя наведусь. Вот я на тебя тпшусь, но почему-то мы потом из вида куда-то теряемся по этим горам, бежим Рафик, и все. Как личный мой доктор, он да, все да. То на тебя, то на меня, вот мы вместе бежим теперь. Давай. А вон чувак сверху был, а ну все уже. Как он эпично упал, а. Но... Как в фильмах. Давай, аккуратненько, вот, не спеша, тихонько. Угу. Сейчас посмотрим, насколько нас хватит, не спеша и тихонько. Давай, 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 наверх. На Бэшку. На точку Б, да. Точку Б. Вот гондурасы, а. Давай, твою мать, быстрее. А, вон, на горе. Че ж такой разброс-то, мать твою? Да, разброс обалденен просто. Просто нереальный разброс. Это... И Рафик сразу похилил. Ну, благодарочка. Рафик, что ли? Я провода. Вот, тот точка-точка на точку пришел. Есть. Нет, не убил. Вот говно-то какое. Маленький Рафик на точку пришел. Ой, маленький Рафик за точку нашел. Маленький Рафик за точку нашел. Все. Отлично. Оживили, спасибо. Отлично, Рафик оживил опять. Молодец. Спасибо большое. Точку Б захватываем? Захватываем. Хреново захватываем, но Там понятно. Же враг сидит, правильно, или наш? Это враг стрелял, все, меня убили. Быстро. Как в эту хуету залезть? Никак. Там снизу надо залазить, снизу. Кто это, блядь, наш, не наш? Я не понимаю, что происходит. Там непонятное мясо какое-то происходит, и все. Где вы все делись-то, черти? Да здесь, в бункере. А, вот вы где. В бункере бегаем. Рафик опять здесь, везде Рафик появляется. Куда ни плюнь, везде Рафик, блин. Захвати ты уже себе голову, дура, блядь. Сука, целенно захвати себе голову. Ну чё, точка наша, нет? Ну, наша. Да, надо деху захватить. Деху. Деху с деху. Дуб шиз дуб. Жень, беги, захватывай дэ. Да бегу уже и так. А чё я первый бегу, и 5 человек за мной? Вы чё, ёбу дали, придурки? Офигеть, то есть я как пушечное мясо, иду первый. Ну, и правильно. И чтоб меня Рафик оживит, да? Если что, тебе Рафик, да. Да. Не, ребят, я пока. Тоже наверх хочу. Помечай, не помечай. О-о-о, крепостное орудие меня просто вынесло. Классно. Да, крепостное орудие просто порвало, разорвало и все. Карсинус майонез. Майонез какой-то убил. Я майонез убил? Меня хнатик убил. Карсинус майонез меня убил. Да. Ну что, здесь закончим тогда уже, да? Давай здесь сделаем перерыв. Потому что это невозможно. Все, я даже встать не могу. Я снова выжил. Да, все понятно. Все понятно. Что мы там? О, да, это был у нас Battlefield 1. Да. Вот такая вот жесткая карточка.
Какое-то мясное вообще просто. В королевство Италия мы с тобой воевали. Да, действительно. До новых встреч тогда. Все, ребят, до новых встреч. Больше лайков, больше серий, собственно. Все, пока-пока. Да, пока.